Последние данные о ходе вакцинации от коронавирусной инфекции. По информации пресс-службы Щелковской областной больницы, в городском округе закончили вакцинацию двумя компонентами вакцины «Спутник Ви» более 7200 человек. На сегодняшний день работают 9 постоянных пунктов. По будням с 8 до 19, по субботам с 8 до 15 часов. Записаться на вакцинацию можно через портал «Госуслуги», по единому номеру 122 и непосредственно в поликлинике. Многие из вас сейчас планируют сезон отпусков, и мы призываем вас вакцинироваться именно сейчас, чтобы к лету выработался стойкий иммунитет к новой коронавирусной инфекции. В предстоящую субботу будут работать дополнительные пункты вакцинации, где с 10 до 15 часов можно сделать прививку без предварительной регистрации. Это пункты в гипермаркете «Глобус» на Пролетарском проспекте, в офисе врача общей практики на Фряновском шоссе, дом 70 и в Загорянском сельском доме культуры. Спад уровня заболеваемости COVID-19 не повод для отказа от вакцинации, утверждают специалисты. На 30 марта под наблюдением состоит 660 пациентов. Из них 276 с подтвержденным диагнозом COVID. Детей под наблюдением состоит 22, все они наблюдаются амбулаторно. Как все мы можем отметить, заболеваемость идет на спад. Но ежедневно регистрируются новые случаи заболеваемости COVID, и их не меньше 10.